Партнер программы «Прогноз погоды» – современная медицинская клиника. 23 и 24 июля снова в современной медицинской клинике врач функциональной диагностики из Нижнего Новгорода проводит УЗИ сердца 16 лет, УЗИ сосудов конечностей, шеи и головы 7 лет, дуплексное исследование брюшной аорты и почечных артерий. Успейте записаться по телефону 30350. Количество мест ограничено. По сообщениям синоптиков, завтра, 20 июля, в Печоре ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, западный порывистый, до 17 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха сегодня ночью будет плюс 13-15, а завтра днем плюс 19-21. Мосты между нами, мосты. Ну, где ты взял? Песни со смыслом. От любимых исполнителей. Печорин на вокзале. Духовое шансон. Душевное радио. Просто хорошие песни. Лав радио. Лучшее из мира твоей любимой музыки.